Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Асия. Меня моя близкая подруга пригласила в поход, в который она ходила со своими друзьями. И я с благодарностью приняла это предложение. В 80 километрах от Ташкента находится прелестнейший уголок природы. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы Чимган. А вы знаете, что Чимган – это популярная зона отдыха, горнолыжный курорт в Чимганских горах, отрогов Тяньшань, обширной горной гряды, протянувшейся по всей территории Центральной Азии. К Чимганским горам относятся и такие живописные места, как Гулькам, Бельдерсай и другие места. За свою уникальную красоту и оздоровительные свойства Чимган по праву носит название Узбекской Швейцарии. Склоны гор здесь покрыты арчевыми лесами. Долина Чимган со всех сторон окружена горами. Над всей долиной возвышается гора Большой Чимган, являющаяся отрогом Чаткальского хребта. Горы и холмы изрезаны стремительными горными речушками, и тут их называют просто Сай. Кстати, в Чимганских речках всегда в изобилии разнообразная рыба, что манит сюда любителей рыбалки. А как живописны островки альпийских лугов, проросших лекарственными травами и маками. Свежий, чистый воздух с тончайшим ароматом бесчисленных трав и цветов. Само слово «чимган» – «чимён» можно перевести как «зеленая мягкая трава». Между скал скрываются небольшие озера, шумят быстрые речки и водопады. В горных утесах прячутся таинственные пещеры. Это льдина из снега. Только посмотрите. Летом, июнь месяц. Весной и летом Чимган становится центром горного туризма. Можно в поисках приключений совершить легкие восхождения по живописным холмам или покорить Большой Чимган, снежник которого остается лежать даже летом. Очень многие приезжают сюда на короткий промежуток времени с целью восстановления после будней трудовой недели. Это для меня был идеальный отдых на природе, где в течение дня можно было полюбоваться красотой природы. Мне очень захотелось поделиться с вами этим чудесным местом. Благодарю вас за то, что вы остались со мной до конца. Я всегда очень рада вашим комментариям. Спасибо за внимание. Хочу поблагодарить свою подругу и ее друзей за приглашение. Было классно. Чимган всегда ждет своих гостей в любое время года. Приезжайте, не пожалеете. Спасибо большое. Было классно. Незабываемо.